Всем привет! С вами снова Алекс Дудук Студио. Вот. И сегодня я вам расскажу продолжение своего предыдущего видеоурока о том, как с помощью двух дудуков и трех тростей можно сделать несколько строев. Ну вот по просьбе читателей и попросили сделать видеообзор, как ведут себя данные трости, данный комплект, например, в верхнем регистре. Потому что в прошлом видеоуроке я показал, как он ведет себя в нижнем регистре. Поэтому сейчас вот все те же самые трости, вот, те же самые дудуки. Берем дудук ля и дудук соль, ну, дудук ля и трость соль диез. И вот играем. Вот. Дальше. Дудук. Ля и трость ля. Естественно, сразу же для музыкантов ощущение будет очень тяжелое, потому что поднимаемся по полутонам. Берем дудук до и трость соль диез. Теперь ставим трость ля в дудук до, получаем строй си. Ну и дудук до и трость до. Естественно, классический вариант. Новая, очень тяжелая. Вот. Ну, сейчас еще раз сверху вниз. Thank you.
так вот ведут себя трости данного комплекта в верхнем регистре. Поэтому, дорогие друзья, для сравнения можете посмотреть предыдущее видео, можете посмотреть это видео. И если будут вопросы, пишите, звоните. С вами был Алекс Дудук Студио. Всем хороших занятий, приятных эмоций и хорошего настроения. До новых встреч, пока!